30 сентября 98-го. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун-Сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Куда он подевался? Есть кто? Простите, что я без спроса. Буско он Палисе. Бино Аки. Плохо дело.
Фу, ну и вонь. Эй! Понял? Что там у тебя? Да что за херня? Гнездо. Это Кондор-1. Это Ханиган. Говори. Дочь президента, Орленок. Скорее всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников... Мне пора. До связи. Не смею задерживать.
un forastero! ¡Empieza a rezar! ¡Muérete! ¡No puedes ser! ¡No puede ser! ¿Qué coño? Черт! Huele a carne quemada. Los sátiles están satisfechos. Что ж.
Везет. О, класс. Ну что ж. Thank you.
Да, это они все. В кино, что ли?